Сперва думай головой, чем такое говорить. Ладно, даст, никто не любит, но их чего любить? Прям подумаешь, какие особенные. А мы тоже очень даже образованные. И нос в лапше, и губа в борще. И вообще! Ишь ты, леса не боится, хороводится. Куда ходит, вот доходится. Пошла бабушку лечить, делать нечего. И идет и поет, как сумасшедшая. И некрасивая она, никуда не гожа. И глаза у ней кривые, да и нос тоже. Ой, корзиночка-то у ней такая плевая. Да и бабка-то у ней небось здоровая. И нос вообще, и губа в борще. И вообще! И пущайся ее, дорожку скатерти! И за ней нас ненавидит все село! Да чего там, что она, что бабка с матерью? Они все живут, лишь бы нам назло! Да у ней небось и ружье с собой! А в кармане-то небось у ей гвоздь какой! А в корзинке небось нож спрятала! Так кто хочет, пойдет без провожатого! И нос вообще, и лоб вообще! И вообще! Спасибо бы бабушкам сказала, что от беды отводят!